Ты что здесь стоишь? Так это я, Андрей, менеджер банка. Довезете меня до банка? Хорошо, залази. Так, отлично. Я уже внутри банка. Нормально я его так обманул. Сори. Эй, новенький, отнеси эту бутылку в офис. Эй, новенький, принеси ко мне кофе. Эй, новенький, распечатай ко мне анкету. Эй, новенький, я тут кофе разлил, убери. Эй, новенький, возьми туалетную бумагу и отнеси в туалет. Там Александр Юрьевич просит туалетную бумагу. Тут что-то забилось. А ну-ка, новенький, разберись с этим. Эй, стой, ты кто такой? Я Андрей, менеджер банка. Что-то я тебя раньше не видел здесь. А ну-ка, пойдем со мной в кабинет. А вы кто? Ты меня не знаешь, я из службы безопасности. А ну, идем. Так, говори свое имя и фамилию. Андрей Смирнов. Так, святые угодники, да тебя нет в базе. Извините, а что находится за этой дверью? Как что? Там же находятся деньги. Интересно, а как открыть эту дверь? Ну как? Нужно ввести код. А где взять код? Да он у меня в блокноте написан, но я тебе его не покажу. Ну тогда мне придется тебя отправить спать. Че ты сказал? Ты думаешь, со мной справишься? Да я тебя сейчас выключу. Ха, ну давай посмотрим. Ого, сколько здесь денег. Ну я только один мешок смогу унести. Эй, стой, ты что там несешь? Да бумаг много в офисе накопилось, в архив несу. А, ну ладно. Вот так я успешно ограбил банк. Да, было рискованно, но кто рискует и идет до конца, тот рано или поздно получит свое. Теперь я смогу жить, а не выживать. Через